В основном люди употребляют алкоголь, употребляют наркотики, потому что где-то внутри у них есть боль. Та боль, которая очень сильно болит, им настолько больно внутри в душе, что они всячески пытаются ее заглушить, эту боль, обманывая себя. Они не признают, что у них где-то внутри есть проблема, которую нужно решать. А боль поэтому и есть, потому что есть проблема. И люди оправдывают себя, обманывают себя. У меня все нормально, у меня все хорошо, я пью как все, употребляю как все. И вообще это моя жизнь, и мне это нравится, и я что хочу, то и делаю. А не нужно мне советовать, не нужно мне говорить. Вот так это и происходит. То есть человек обманывает себя, у него есть проблема, она болит, более как сигнал, она сигналит, что смотри, вот у меня есть проблема. Это то же самое, что отвертку в ногу воткнуть, и нога начинает болеть. То есть боль говорит о том, что вытащи отвертку, проблема у тебя. Точно так же и внутри у человека, в душе. Где-то у него заложена эта боль, что-то с ним в жизни произошло, что-то случилось, какие-то обиды, может быть какая-то травма психологическая, и она болит. Но человек всячески пытается эту боль заглушить. Именно поэтому люди употребляют алкоголь, наркотики, еще разные вещества. И если ты употребляешь наркотики или употребляешь алкоголь и осознаешь, что что-то не так, что ты уже не можешь этот момент контролировать, то знай, где-то у тебя есть проблема, которую ты просто не признаешь, твой внутренний конфликт, и тебе его нужно решить.